есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Ангел мой, побудь со мной, ангел мой, побудь со мной. Ангел мой, в суетности томясь, ангел мой, взываю я. Ты сохрани, ты сбереги, ты проведи, не отходи. Я так боюсь прости, я так боюсь, я так боюсь, кричу, ты сохрани, ты сбереги, ты проведи. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Курасин и Ирина Извекова из города Рига. Здравствуйте. 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 Я думаю, что сегодня, пока ехали сюда, в Петербург, эту песню пели всю дорогу. Что вы там делали в машине? Да. Пели. Приехали мы, конечно, только с ангелом, хранителем, с Божьей помощью. Вот. Не так легок оказался этот путь. Тем более, что мы с детьми прибыли в Санкт-Петербург. Вот. И дети очень счастливы, потому что они мечтали побывать в Санкт-Петербурге. Мечта их сбылась. Да. Мы уехали 11 часов, Андрей, за рулем и сразу на студию. Казалось бы, так рядом вообще. Ну что такое 600 километров? Ну ничего для современного человека. На границе. Граница на замке. Держали на границе, да? Да, на замке границы. Проверяли хорошо. Ну, надо. Такое время, наверное, тяжело. Как так получилось, что нас разъединили? Как вы там оказались за границей, а мы здесь? Ну, наверное, я думаю, что вот Богом попущено так, что все-таки русские оказались за границей. Как термин «разделенный народ» он есть. Но вот заметил, что именно все-таки люди, которые выпали из поля вот именно географического, точнее, но культурное, и вот и, я думаю, что и политическое, и другая среда все равно осталась. И мы острее чувствуем Россию, русских, песни, культура. И очень, вот, к счастью, вот последние, наверное, 3 года в Риге, конкретно в Риге и в Латвии, проводятся дни русской культуры. Mm-hmm. Это вот возобновили эту традицию, которая была до Второй мировой войны. И сейчас вот мы тоже в нем участвуем, вот в этих днях.
этих днях в русской культуре. Ну, и довольно здорово проходит. Много коллективов участвует. Ну, сегодня мы, я думаю, как раз можем показать и доказать, что мы не разделились, да? Да. Именно русская культура греет сердце русского человека, которого отделили волею судеб. Вот. А вы там корни уже допустили давно уже, да? Ну, я родился там, родился. Я сибирячка, да. И мой прадед был казачьим атаманом. О! Да. И у вас дар такой, да, от Бога именно вот такой вот я голос? Я думаю, что да. Музыкальность? Все пели, да. Все пели? Да. Понятно, откуда. А как вы встретились? Интересно. Друг друга нашли. Один в Сибири, другой... Советское время было удивительное. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Да. Попала в Ригу я, конечно, и уже в Риге познакомились мы. Вы шли по Риге? Такая молодая, стройная, модная. Да. Нет, я пришла в гости, так как я музыкант, и Андрей играл тоже как музыкант на гитаре, и нас познакомили. Да? У него были длинные пышные волосы. Да, да, да. Кучерявые. Когда я был белокурым блондином. Ну, вы представляете, я слушала концерт, он играл на гитаре и губной гармошке одновременно. Я была поражена, конечно. Это вас сразило сразу на повал. Ну, я люблю хороших музыкантов. Убедительно. Да. Вот. А что вы, вот, можно скажу, такая история интересная, ну, вкратце. Вот люди, он из Риги, она из Воронежа. Она из Воронежа. Казалось бы, Рига и Воронеж вроде тоже. И познакомились в Канаде, а венчались в Риге, в Ивановском храме. Потрясающе, говорю, надо бы съездить было в Канаду, чтобы найти жену из Воронежа. Так что, и, в принципе, продолжение, наверное, Советского Союза, что люди знакомились с разных уголков вообще земли, советской тогдашней, и жили, ну, хорошо. Да. А сколько у вас детей? Шестеро. Шестеро? Двое внуков. Двое внуков, пока. Да. Пока. Очень хотелось бы вас как можно больше послушать. Пожалуйста, что-нибудь еще вспомните. Да, вот есть стихи «Заступница усердная», они старинные. В сборнике батюшки Николая Гурьянова мы нашли их, и родилась такая мелодия. Такое интересное переложение. Гармошка португальская. Вот, на гитару. «Заступница усердная». Заступнице усердная, Мария милосердная, о Мати Бога Вышнего, Христа Царя Всевышнего, ты молишь Сына Своего, Владыка Спаса нашего. У всех к тебе взывающих, под кров твой прибегающих, о Госпоже, благая мать, подай твою нам благодать. Святаго заступления и в скорби утешения. Владычица небесная, невеста не невестная, подай в бедах терпение. Подай в бедах терпение, в болезнях исцеление. Заступница усердная, Мария милосердная. Спасибо.
помилуй, Господи. Я так понимаю, что вы любите такие настроения спокойные, да, ну, в музыке, какие-то мелодии красивые. Да нет, певучие. У нас даже рок-н-ролл есть даже. Да? Есть такой диск, городской блюз называется. Вот там есть. Зажигаете. Зажигаем. Ну, все-таки Ирина больше такая лирика, да, у нее такое сопрано красивое, лирическое, и действительно очень получаются душевные песни. И мне так вот, как раз, когда услышу, как она поет, и многие песни, вот, которые она... Ну, на гитаре она сама наигрывала. Знаете, как 3 аккорда, я сыграю гордо. Я говорю, ну что там? А потом, действительно, когда вот посидишь... Ну, главное, чтобы тема была. Это же вот удивительно. А в русской песне всегда есть основная тема, мелос, так называемая, мелодия. И никуда из нее... И вот у нее действительно были такие интересные мелодии. Хотелось их как-то вот сделать. А как вы обратились именно к православным песням? Если вы так, я так понимаю, был светский такой период, да? Романсовый, да, да. Народный, да? Да? А вот как вы перешли полностью, или у вас есть некоторые... Нет, вот авторские произведения у Андрюши тоже есть. Как-то тема актуальна, боевая сейчас, да? Вот, у него там посвященный победе на Бородино. Есть про атамана Платова, также есть очень интересные песни, это такие зажигательные. Тема, да? Это отдельная тема, да. Ну, всего у нас 9 дисков записано, и 2 из них записаны с детским хором. У нас был и есть сейчас начинающий снова состав. Вот. И мы были 2 лауреата международного форума «Дарёные дети» в Москве, вот, с детьми. А так, конечно, в основном программы такие духовные. Ну, очень вот «Ангел мой», который вот прозвучал, да, с самого начала, довольно драматическая история этой песни, но очень нравится, и когда вот ее играю, все время вспоминая лица вот в тюрьме. Угу. Мы часто ездили в тюрьму, Елгава такая у нас, город Елгава, тюрьма строгого режима, и вот последний концерт вот наш был 2 года назад уже, вот последнее время что-то как-то меньше стали. Ну, там капеллан 50-ник. Да, капеллан там 50-ник. Ну, это отдельно. Это не для телевидения, да. Захватил, да. И он после концертов народ крестится. Валом пошел. И батюшка ходит туда. Ну, он всячески там начал препятствовать. И, в общем, какие-то... А вообще мы 7 лет в тюрьме. Да, 7 лет, да. Говорит, приезжайте к нам. Лучше к нам на Колыму, да. Приезжайте еще раз. Может, лучше... Говорит, оставайтесь. Нет, оставаться. И, в общем, и вот этот ангел мой, он настолько вот сильно действует. Вот заступница усердный ангел мой. Что вот заключенные даже некоторые плачут просто. И вот последний концерт был, ну, тяжелейший вот. Потому что впервые вообще в жизни вывели 10 пожизненных. 10 пожизненных, представляете? Это срок там, ну, там 70 лет, там 60 им дается. Тяжелейшие преступления. Вот, но и они одеты не в робу там никакую, просто обычно цивильная одежда, не лысый. И там не ясно, кто из них вообще-то. Но мы точно знали, что нам сказали. Вот впервые попросили, и вот православные церкви пошли навстречу, что вот 10 пожизненных. И вот там потом был такой резонанс, чем молодой человек, там, ну, тяжкое очень преступление совершил, он письмо написал. И вот мы с Ириной читали, и, к сожалению, вот страшно, знаете, что ответственность. Вот. Сам-то не такой внутри, чувствуешь, грехов там немерено у самого себя. Ирина тоже знает, что вспыльчивый человек такой. Но когда вот человек пишет, ему кажется, что мы вот такие вот. И когда вот понимаешь, насколько это страшно, вот эта ответственность, когда ты поешь со сцены такие песни, вызываешь в людях такие чувства. Чувства, не эмоции, а чувства. И потом, ну, и стыдно за самого себя порой, потому что вот любая духовная, знаете, тематика, она требует именно ответственности. Все-таки святой преподобный Иоанн Лесточник сказал, что духовные песни – это в первую очередь проповедь для самих себя. Да, да. Вот. Да, хорошо сказал. Спойте еще что-нибудь. Что у вас там по репертуару? Благодарю тебя за все. А, да. Ну, это одна из последних песен. Нашли в интернете слова. Но не могли мы мимо них пройти. Задели, да? Сегодня Бог проснулся утром рано, Он жалобы и просьбы прочитал, И людям из кувшина без обмана Желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, И место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, То жадность не дает налить успех.
Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать, и всех вокруг в утрате обвиняли, забыв в самих себе вину искать. О, если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, огромный ящик с просьбами у ног. А рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю тебя за все, мой Бог. Спасибо, Господи. Да, действительно, такие необычные стихи. Вот еще уникальная история. Может быть, она не в тему, но я думаю, что надо о ней сказать. Дело в том, что мы познакомились с одной латышкой, как ее Лиана зовут, да, она практически не по-русски не говорила. Ну, это и вот ну, с ней, как бы сказать, познакомились по общему делу. И после этого общего дела она стала писать стихи на русском. Хотя вообще по-русски плохо говорила. А только английский и латышский. Она в какой-то конторе работает по проектам с международными организациями. И сочинила такую чудную, ну, чудные совершенно стихи. Очень простые, легкие, которых сейчас вот не хватает. Потому что грузим все. А надо вот порой ну, светлую какую-то. Такую ну, неуловимую, легкое настроение. Вот называется «Люблю». А Ирина музыку написала. И получилось даже ничего. И вот мы... Недавно перед зал 2000 человек пели песню эту. Вот. Вы сейчас ее споете? Ну, можно спеть. Давайте. Чтобы сразу, немножко да. так, да. Да, чтобы как-то... Ну, попробуем. Давай. Настроение. Потому что как-то трудно переключаться. Да. Да. Как называется песня? «Люблю». Слова Лиана Сарма. «Люблю, сегодня я люблю». А все, что было, знай, неважно. Смеюсь, сегодня я смеюсь. Танцую я, как бабочка, и прикасаюсь я, как дождь, и все, что было, знай, неважно. Сегодня я молюсь тебе, прости, прости за то, что не летала, за то, что солнце я не замечала, и ты ответил мне, прощаю. Я все всегда прощаю. Вы ангелы любимые мне все, которые пришли творить добро. Люблю, сегодня я люблю. Смеюсь, сегодня я смеюсь. А все, что было, знай, неважно. А все, что было, знай, неважно. Спаси, Господи. А действительно. Да. Ну, там, конечно, слова так вот, может быть, как-то режет слух некоторые, но не забывайте, что это человек, который вообще не думал даже по-русски. Ничего не режет. Ничего не режет. Такая светлая воздушная мелодия. Потому что это искренно все. Да, да. По-детски, можно сказать. И так ей русский язык понравился. Она для себя открыла русский язык, представляете? Это так важно на сегодняшний да, день. Да. Потому что, вы знаете, все это стороны темные нагнетает, вот эту вражду, ненависть. А вот тут вот важны вот эти вот как раз коридоры, которые вот именно соприкасающие. И русский язык, вот она послушала, как вот Ирина поет, я играю, да, вот пару вечеров было таких общих, и у нее как будто чик что-то включилось. А я сегодня сам написал песню ночью, пока вы ехали, 11 часов. У меня, знаете, какая-то юношеская песня, из меня мелодия, которую я, может, начинал писать, и она никак не оформлялась в какие-то слова, а сегодня оформилась. Но там такой, конечно, простоты нет. Я, может быть, еще ее буду переделывать.
будущем. А вот как получилось? Я часто сейчас на передачах просто в таких ответственных условиях что-то пою, а потом это как бы такая проверка. «Я помню вас» называется. Чисто с вами слитная, помню вас. Вот и затихла в полночи тихая песнь моя, я так нуждаюсь в помощи. Виноват во всем не скрою, как мне кажется, порою я, только я. Я не спал всю ночь, я смотрел в окно. Может мне помочь лишь смирение одно. С вами слитная, помню вас. Ночью часто просто... Хочется спасибо. Похлопать. Да? Да. Ночью я еще так не умело сыграл. Думаю, что я отточу еще. У нас же творческая здесь конечно. Мастерская. Действительно, очень настроение хорошо передает настроение, эти смены тональности и так, с такую ночь, потому что она все время мысли. Вот я часто с ночью приходят лица и прошлое бывает, перебираешь, и вот и вместо того, чтобы какие-то страсти перебрать, начинаешь за этих людей молиться. Просто этого, одного, другого. А где он сейчас? Господи, помоги ему. А это сейчас болеет. Помоги, Господи. И вот и так вот. Господь дает вам помолиться за этих людей, правильно? И за вас я переживал тоже. Спасибо. Как вы там едете, вот, пробираетесь сквозь границы. Знаете, что вот интересно то, что переезжаешь границу, да, и пошел, на трассу вышел, и сразу чувствуется огромная страна, просто огромная страна. Этот вот караван этих машин идет, фуры едут, машины совершенно разного класса, разного уровня, но чувствуется, что такой динамичный идет жизнь. Вот по трассе. У нас едешь порой, едешь, одна, две легковушки проехали, все, пустота. Ближе к границе, вот я через Эстонию, вообще, как будто вообще край вымер. Только... Евросоюз сгруппировался в Германии, в Ирландии и в Англии. Все, буквально, да. А Россию сразу переезжаешь, и напряжение за рулем, потому что обгонять там этот... Вот это есть, в ноябре в Вентспилсе, город такой, да, в Латвии, известно, с концертом. Да. И вот сказали, что из 40 тысяч жителей осталось 18. Да, одни старики. Ну и такая картина, в общем, везде. Большая деревня Рига у нас. Но в этой деревне, кстати, 15 храмов. Да, православие там
очень издавна, очень давно, и вот мне сейчас... Сейчас уже несколько лет, вот на протяжении, наверное, 3 лет уже вот экскурсии по храмам Риги вот, приглашают. Вот мы с паломниками ходим, они открывают для себя. Прожили всю жизнь в Риге, даже не знают, что монастырь там есть. Всю жизнь, до 60 лет, до 70 бабка прожила. Ой, а батюшка, а что, монастырь, что ли, есть? А я там рядом живу. Солесь? А если к вам приехать, там какую-то можно попасть в среду, да, вот православных, конечно, людей? Конечно, если, ой, приехать с концертом? Обязательно. Обязательно, надо приехать. Это будет здорово. Вот, мы вас приглашаем. Спасибо, Господи. Да, у нас первая часть уже нашей передачи подошла к концу. Мы с вами встретимся во второй части уже. Вот. Я знаю, что у вас есть о чем рассказать. Вот, а сейчас мы попрощаемся, дорогие телезрители. С вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас были гости из Риги. Спасибо. Спасибо, до свидания. Большое. Мы очень счастливы быть в Санкт-Петербурге. Спасибо, Господи, Божьей помощи. До свидания. Спасибо, Бог.